Так, здравствуйте. Как меня слышно, как видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Как меня слышно, как видно? Угу. Здорово. За моей спиной а, прекрасные шарфы из шифона, которые мы недавно сделали. Вот она, вот они мимозы, которые. Так хотелось нарисовать уже на шелке, на больших шелковых шарфах. Здорово. Ой, все, плюсики пошли. Здорово. Я очень рада. Ну что, этот прекрасный творческий вебинар. Начнем. Начнем с того, что я расскажу про план, что вас сегодня ждет. Естественно, когда у вас будут вопросы, вы их пишите в чатике. Я на них буду периодически отвечать. Но так как у нас программа большая, я уже буду находить время да, на них ответить. И надеюсь, что у всех прекрасное настроение, ну, хорошее настроение, да? как бы идеального. Да? Собственно, не будем ждать, будем делать и творить и сами создавать себе свое прекрасное, хорошее настроение. Да, все, я очень-очень-очень рада вас видеть, ваши плюсики, все ваши комментарии, сердечки, лайки и тому подобное, пожелания всего-всего и прекрасного, я все так же читаю, и это очень приятно и очень тепло. Тепло и передается. Это очень здорово. Так что наш чат – это, соответственно, ваша обратная связь. В принципе, вебинар-то и называется «Разговоры». Да? То есть разговоры – это, наверное, вот это вот именно обмен энергиями. Ну, по поводу обмена энергии я еще несколько раз скажу на этом вебинаре. Поэтому, девочки, очень-очень рада вас видеть всех. Итак, наш сегодняшний план – Естественно, ну, школа существует, она работает, и, соответственно, естественно, мы получаем и вопросы, и на них отвечаем, и, естественно, на ваши там домашние задания я все тоже отвечаю, и в процессе, вы знаете, как бы возникают такие вот вопросы, которые, я смотрю, повторяются, да, немножечко с разными интерпретациями, но они повторяются, и я сегодня... Как вы знаете, да, на таких вебинарах я стараюсь на животрепещущие вопросы, которые а, такие частые, отвечать более так, чтобы, как говорится, попасть в эфир, попасть в историю, в историю школы, да, в историю наших, наших программ то, что чтобы все, все записать. И, соответственно, такие вот два вопроса, которые по большому счету там много всего, и вы будете понимать, о чем я говорю, когда буду рассказывать. И тема такая, очень животрепещущий вопрос, а нужны ли способности в рисовании? А какие вообще навыки нужны для занятия Батика? Ну, для того, чтобы ответить, я специально... Собрала фотографии, да, фотографии свои, фотографии с курсов и, естественно, ну, обратную связь от девочек, которые проходили наши курсы, потому что, мне кажется, что это самый правильный ответ. Ну такой, самый реалистичный, потому что я могу, конечно, ну так как у меня, понятно, база большая, да, я с двух лет рисую, как только папа увидел, папа, у меня просто тоже художник, педагог, а как он увидел во мне способности, так собственно все, я дружу постоянно с карандашом и с листом бумаги. А так, естественно, когда человек приходит и говорит, что он рисовал последний раз во втором классе, и вообще, как бы, ну, далек от мира искусства, но руки тянутся и есть желание, то вообще, можно ли ему идти в батик, ну или в роспись ткани, да, в роспись одежды? А, собственно, да, вашими же, вашими же работами и вашими же отзывами я отвечу на этот вопрос. Следующий такой тоже очень а, интересный вопрос, а, а, вообще какова стоимость, да, вот стоимость занятия батиком, а, не, не работ, да, именно занятия, вот, ну, вот, собственно, с чего мне начать, да, например, сколько у меня, вот я купила а, там коробочку красок, сколько, на сколько изделия мне хватит, а, сколько вообще, а, вот эта вот а, история, вот, ну, с чего, да, вот, а, с чего мне начать, ну, главное, главное в, моем, в моем случае, как я всегда говорю, главное начать, а уже остальное приложится. Ну, дело в том, что все равно все, да, вот, да, начинаем мы одну книжку, а потом бац, и как-то незаметно собирается библиотека. Ну, вот, собственно, на этот вопрос я тоже отвечу. А, еще тоже такая подтемка классная, а, есть история, а вообще, а, ну вот, сейчас не время. Или вот сейчас я, например, закончу там учебу. Или вот у меня сейчас ребенок пойдет в первый класс. Или вот у меня сейчас вот выйду на пенсию, тогда будет время, тогда начну. То есть вот такая подтемка, когда начать вообще, если идеальное время для того, чтобы начать заниматься. И вот, собственно, тоже фотографиями. Вообще просто шла я сегодня на вебинар, шла я сегодня в мастерскую, иду сфотографировала там по, по парку сфотографировала красивое дерево с таким а, каким-то изящным поворотом вот прям здесь и сейчас и сегодня мы его порисуем то есть вот да если бы а, у меня как бы было время я сегодня бы не рисовала я бы села на скамеечку и его также спокойно зарисовала это буквально не дело нескольких минут но уже опять же навык руки он будет получен. И а, такое, знаете, не просто э, даже в принципе просто сидеть и созерцать это уже прекрасно. Ведь вы не забывайте о том, то что наши нейрончики они работают. И даже если мы просто как-то классная тема, если там есть к цели, то беги к своей цели, Там, если не можешь бежать, иди к своей цели. Если не можешь идти, ползи к своей цели. Но если и ползти не можешь, то просто ляг навстречу своей цели. То есть даже, а, потому что уже, да, уже идет история, вот а, даже если мы смотрим, как я рисую, <laughs> все равно это очень полезно. Потому что а, голова, глаза, они же также начинают как бы а, работать, да, а, и, а, соответственно, начинают потихонечку и работать наш мозг, и, ну, я надеюсь, что руки чешутся, да, и хочется сразу работать руками. Угу. Поэтому мы с вами порисуем. А я покажу, как вот, ну буквально простыми способами вообще вот все равно, что у вас есть. Есть у вас ручка, фломастер, есть у вас а, карандаш, есть у вас а, уголь, такой уголь вообще прекрасный, <laughs> если он у вас есть с собой <laughs> в дамской сумочке. То есть вот буквально простыми а, приемами как делать эти зарисовки, потому что а, даже а, действительно, а, ну вот. Знаете, вот вообще тема руки, когда у нас она э, привыкает, например, писать, да, э, что мы делаем в нашей обычной жизни, мы пишем да, руками, ну или печатаем. То есть по большому счету удар клавиш, он всегда однотонный. Пис, пишем мы ручками, соответственно, это опять же односложное нажатие э, ручкой на бумагу, да, ну, чтобы оставался след. А, там нет живого нажатия. Это мне тоже недавно Александр спросила на курсе Надежда, ну что ж такая живая линия, да, вот, художественная линия, живописная, это вот как раз история разного нажатия. И у нас в повседневной жизни ну, нет такого навыка, да? потому что ну, мы не прям часто да, так рисуем разными материалами и вообще как бы ими пользуемся. А вот именно вот эту тему очень хорошо сегодня мы потренируем. Именно надо тренировать, почему потому что рука это вот ваш инструмент, да? инструмент любого художника, любого творца, любого, будь он ремесленник, будь он мастер, будь он художник, Все равно рука должна его слушаться. Угу. И соответственно да, вот мы рисуем, потом конечно, по поводу того то, что мы сегодня с вами посмотрим фотографии, естественно, мы сделаем с вами прогулку в школе, в нашей школе современном Батика. Надеюсь, уже... Ну, да, кстати, я ее уже называю, да, не моя, а наша. Вот уже, это уже автоматически происходит. Погуляем, расскажу про новости, да, что вас ждет, про то, что с чего начать, чем продолжить, куда развиваться. И ну, не пропустите, конечно, да, вот про, тоже расскажу про специальные весенние предложения. Ну что, программа большая. Поехали. Угу. Ну и начну картинками отвечать на наши вопросы. На наши ваши вопросы. Итак, вопрос серьезный. Вообще, какие навыки подходят к рисованию? И вообще, надо ли уметь рисовать, если я хочу заняться батиком? И что я хочу ответить? Вот, собственно, такой картинкой с таким слайдом. Это слайд с курса Батик Старт. И в этом слайде есть картинки в курсе, есть рисунки, по которым вы рисуете. Вы, если увидите, что нет ни одной одинаковой работы, но ну, это прелесть Батика. Это же у вас не раскраска по номерам, да? Это прелесть Батика в том, что у всех все равно получается по-своему интересно, прекрасно. Что здорово, что в ленте ответов сохраняются все ваши работы. Это, знаете, еще дополнительный стимул вот именно обучаться, потому что, вот вы представляете, сколько людей ну, в школе уже много лет. Все вопросы, все картинки сохраняются. И вы ходите как будто по галерее. И ходите, смотрите, что-то подмечаете под себя, какие-то идеи. Ведь тема насмотренности, она на самом деле никогда не бывает лишним. Вы как раз в этом процессе и а, постоянно и находитесь. Поэтому, да, а, я и говорю, что можно, можно и достаточно долго, и в принципе очень а, плодовито. И, да, и реализовано начинать даже с нулевым знанием художественных навыков. Вы все равно уже рисуете, и вы все равно уже в этом волшебном процессе. Вы купаетесь в этом, как бы и в линиях, и вот, например, в цвете. Да? То есть если говорить, например, о такой технике, как шибари тайдай, здесь в принципе... Ну, даже, знаете, я бы ее а, перен... так немножечко поставила шибаре равно с темой ремесла. То есть вот эта техника, которая актуальна как летом, так и зимой. <с> это техника, которая актуальна всегда. И это именно купание в цвете, да. Вот купание в этих цветовых переходах тоже не бывает. Ни одного <с> похожего друг на друга изделия, как как девочки э, сказали с курса, ну вот, например, да, обратная связь от Елены, рисую шарфы а, и не могу остановиться. Очень нравится. Спасибо, что открыли а, двери в эту сказочную страну. А, здорово же? Здорово. А как про а, а, Батик Старт сказали девчонки? Это же просто прекрасно. А, так как это а, мои первые шаги, да, пишет Анна, а, мне все было новое и интересно. И у всех девочек получаются прекрасные работы. А это а, ваша заслуга а, донести до нас тонкости работы. Там действительно все идет по шагам, и а, вот даже человек с нулевым знанием с этим спокойно, спокойно справляется. И получаются такие а, прекрасные работы. Как а, тоже Ирина пишет, очень здорово, что я попала в вашу школу. И оказывается, что нет ничего невозможного. И вот на этой фразе давайте остановлюсь подольше. Помню, как... Давайте поставлю другую картинку. Помню, как ко мне приехала Сусанна учиться. Она живет в Америке. И там такая история, что... Но ну, она хотела участвовать в ярмарках и, соответственно, сразу продавать изделия. И такая навыка рисования, у нее было вот столечко, да, то есть тоже в последний раз рисовала во втором классе. И вот мы, соответственно, тоже с ней посидели, подумали, и начали мы с э, шибари, да, то есть э, э, со складных шарфиков, э, с красивых вот этих вот пере, перекатыванием краски и тому подобное и так далее. Она, я, я не знаю, ну, полгода-год она точно делала только их и параллельно училась. Училась на курсе рисования, на уже вот в наших основных курсах, да, вот уже именно техникам, и уже к своим шибаре-шарфам она стала добавлять и другой ассортимент уже и рисований. Это было, правда, уже давно, сейчас она уже даже и преподает у себя, и у нее мастерская, и прекрасно себя чувствует, и главное, да, вот так вот она сама реализовалась, вот этот... Когда она жила в Москве, у нее была история, она пекла а, прекрасные тортики, она делала мыло, декупажем занималась. Туда приехала, там а, нужно... Она посмотрела так, батик, вот прям хочется ей именно рисовать. И вот, а, собственно, занялась этим. Прекрасно, здорово, здесь и сейчас. То есть, опять же, можно, всегда можно с чего-то начать. Ну, конечно, когда вы, например, с чего-то начинаете, да, ты, вы потом, понятно, что ну, тяжело остановиться. Ну, опять, я, наверное, не буду говорить, сколько процентов, например, достаточно, да, а кому-то, на, наоборот, хочется дальше и дальше продвигаться. Понятно, что не всем, но очень многим хочется идти дальше и рисовать. Здесь все работы... Честно, когда выбираешь работы для вебинара, это очень сложно, потому что так многих хочется поставить. Но это все работы наших студентов с различных курсов, да, вот там с курса там по холодному батику, с курса по горячему батику. И вот вы видите, да, когда вот только начали. А еще и а, рука дрожит, и а, такое немножечко опасливое а, движение к цвета, да, краски так вот прям а, аккуратно Здесь пошло буйство, да, вот прям, ну, дерево настолько живописное, настолько в нем бурлит цвет, вот уже все, человек понесло, вот прям все, не остановить, и это же здорово, да. А, то же самое, да, а, курс «Батик Старт», Начали мы аккуратно, все, да, с рисунка. Все, потом пошла у нас история прям такого, это профессиональный художник натюрморт, написанный Маслом, Патрика Саундерса. И такой, ну, очень сложный натюрморт, с, это как бы его отрывочек, да, с чашкой, с отражением, с, со светотенью. И вот он, собственно, исполнен в горячем батике. Это прям уже такой высший пилотаж. Нарисовать достаточно сложный натюрморт. И еще причем в, в таких пропорциональных сокращениях. Так что здорово, да? Чувствуете, да? Уровень идет-идет. Тоже первая работа. Еще такая несмелая, аккуратная. Одним цветом буквально с добавлением эффектами. Сделана роза с листьями. Это холодный батик, уже такой профессиональный курс, где все от, даже от эскиза изначального, то есть вот просто от рисунка с натуры. Это у нас кейк стори такая, называется женский галстук, такой очень красивый шарф сделали мы просто, мы там рисовали сначала вот сами пирожные, потом их стилизовали, потом из них делали композицию, потом саму композицию вы уже делали на шелке. То есть это тоже все холодный батик, но чувствуете, да, насколько уже разные работы. То есть в рисовании, тем более, когда вообще ничего не стоит на месте, да, в рисовании, в принципе, что здорово, ну, невозможно остановиться, и все время есть история для, для роста и для м -м, переноса своих идей на ткань. Вот это мне вот прям очень нравится, и вот почему, собственно, а, мне не надоедает уже столько лет заниматься батиком. Тоже. Это с курса, с курса «Свободная роспись». А, по м -м, «Свободная роспись» И где мы рисовали сначала эскизы, да, много рисовали, изучали объект, да, в том, ну, вот сейчас, например, инжир, и вот спокойно его потом переносили на шелк. Я знаю, да, вот эти вот опасения, которые, ой, шелк, ой, он там белый, я к нему боюсь приступить. Это вот как есть страх белого листа, так есть страх и белого шелка. Но пока не начнем, он так и останется. То есть вот эта вот тема, да, то, что мы не выбираем идеального времени, мы делаем, вот просто берем и делаем, и страх потихонечку уходит. Сначала, да, мы порепетируем на эскизах, вот, пожалуйста, мы все это сделаем, да, поставим руку. И как вот тоже девочки пишут со свободной росписи, с курса, акварелью рисовала только в школе, ну, как я уже говорила, да, во втором классе. Спасибо за эти уроки, это очень постановательно, пишет Лена. Галия пишет, Здорово, что на этом курсе есть возможность порисовать а, и акварелью, и а, карандашом. Ольга пишет: "Ой, тут вообще просто здорово, потому что это вот самое главное, да, вот за что я все время борюсь. А самым сложным для меня оказалось рисовать деревья. Это там а, на пейзаже. Так что сижу и практикуюсь. Уже пошла, уже пошел там десятый листочек. Вот, да, вот. Это-то классно." сижу и практикуюсь это самое главное и то что вы здорово что делаете такие выводы что да все потихонечку и все э, все все возможно а Джулита пишет мне а, мне эта задача дала большое удовольствие эти рисунки великолепны и очень вдохновляют и рисовать акварелью я никогда не пробовала спасибо за этот опыт Ой, это тоже прям прекрасно. Елена, задание достаточно сложное для меня. Долго тренировалась и сделала аж четыре варианта. Вот здорово, здорово. То, что и нужно, да, то, что собственно я всегда и говорю, что потихонечку, потихонечку мы приходим с вами к реально авторским таким работам, да, вот от начала и до конца. Вот на, наверное, на любой технике. Это даже, собственно, мы и Шибари потом тоже дорисовываем. На любой технике, когда вы уже начинаете дальше практиковаться, вы также все идете, также все по пути идете. И если вы посмотрите вот, работы участников, вы же увидели, что у каждого свой уровень, да, вот, ну, с чего он приходит. И, соответственно, что в итоге получает. Это уже моя работа волшебный лес. Кстати, он скоро будет в мастерской. Естественно, в онлайне есть этот курс. И в мастерской в апреле мы тоже будем рисовать. То же самое. Вот, как я уже сказала, да, что рисую я с двух лет. Значит, что? Это не значит, что я буду все закрывать, рисовать закрытыми глазами. Совсем не значит. Потому что, когда мы приступаем к рисованию чего-то нового, я также как, например, рисовала последний раз во втором классе. Также сижу с листом бумаги, с карандашом и рисую. Ничего вот нет такого, а, как бы, ну вот я сейчас там вот сейчас сейчас нет, вот я потом потом да вот ну, чего-то там достигну и вот тогда я уже буду там рисовать. Нет, вот вот сейчас и тогда я уже могу там дарить свои работы или вот. Вот теперь я до этого дорасту до, 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 до потолка, и вот я потом уже могу их показывать на выставке. Нет такого. А у вас всегда идет вот эта вот история. Вот, да? вот, вот, вот это, да, все время-все время как лестницы вверх. Потому что ну, невозможно остановиться и невозможно закончить. Это вот как, например, у Родена, ну уж да, уж все признанный гений, у него и спросили. Ну вы наверное уже там уже и не рисуете там или как часто вы рисуете. А, на что он ответил я мастер, если я не буду рисовать каждый день, то соответственно я ничего не сделаю, я не слеплю там да, мыслители и так далее да, вот свои великолепные работы. И это на самом деле нельзя говорить о том, что это только о какой-то одной там, например технике, да, там, холодный батик или горячий нет это вот для всего в принципе это по жизни и неважно чем бы вы занимались вообще вот все равно да на какой технике лепите ли вы из керамики делаете ли вы изделия из стекла рисуете ли вы на стене расписываете ли вы одежду да даже если вы готовите например те же самые тортики это же тоже невозможно остановиться вот у меня была на курсе а, тоже на четырех техниках год назад а, Светлана она профессиональный кондитер и кстати пошла рисовать а, ну вот это тоже навыком а, чтобы расслабиться ну вот включить в себе творческую жилу и делать уже тортики мусовые со всевозможными украшениями опять в какую сторону куда и вот а, как девчонки тоже пишут по горячему батику а, прекрасные отзывы а, опять же, их так много. <laughs> Прям хочется все зачитать. Ну, это еще можно походить по школе и почитать. Светлана, я рисовала в школе. Это сто лет тому назад. Но благодаря курсу, а, это вот а, с курса горячего батика, пришло новое сознание. И это первый мой натюрморт, впечатление от которого мне нравится самой. И муж назвал те же эмоции, которые я хотела донести. Это успех! Ура! Анастасия! И снова очень интересный урок и домашнее задание. Спасибо! А у нас там много тоже уроков в горячем батике именно по рисованию. А орнаменты ор орнаменты так, такие, а натюрморты мне уже самой нравятся. Это здорово. Так, угу. а, ну вот Наверное, наша школа, да, это вот, ну, я надеюсь, да, что наша школа, это как раз вот история показать о том, что можно зайти и вот так вот, да, вот, вот первый рисунок, это у девочки на курсе рисования каждый день, первый рисунок, еще такое трепетное нажатие на уголь, аккуратное, а это уже, посмотрите, это уже тушью и чувствуете, смотрите, сколько здесь, сколько здесь уже граней, сколько здесь слоев уже прям чувствуется. А вот этот коллаж, который уже, да, тоже вот с чего мы начали, тут уже, пожалуйста, уже и до птиц добрались. То есть вот вот это вот такая пошаговая история, то что да, начали, ну. А зачем заканчивать? Мы же прекрасным делом занимаемся. Пошли, пошли, пошли дальше, рисуем, рисуем, занимаемся и уже открываем в себе новые грани. Да, в рисовании. Ой, это вот тоже а, очень а, хорошая работа. Тоже а, ученица. Она сначала ходила на четыре техники. И вот а, она шьет прекрасно. Но вот, собственно, тоже пришла а, с темой того, то, что а, не умеет а, ну, рисовать. А уж вообще цвет я не чувствую от слова совсем, как Наталья говорила. И вот, пожалуйста, пошла потом уже практиковаться в горячем батике на онлайне. И когда она мне нарисовала натюрморт с тюльпанами в рисунке, вот графикой, потом в карандаше, потом акварелью и уже потом в горячем батике, да, там есть, да, есть нюансы, но мы же видим, что это цветочный натюрморт, что это нарисовано цветом, вылеплено цветом. И я уже после этого натюрморта Наталья тоже написала о том, что... Ну, все, теперь уже не говори, что уже боишься цвета, уже все, дерзай, уже только вперед. Угу. А, тоже вот неважно, где бы мы ни учились, да, в онлайн-школе, а, на занятиях, в мастерской, когда у нас идет рисовательная практика, практика рисунка, мы всегда начинаем а, с темы, ну, либо композиции, либо... А, вот так же, как мы мимозу, например, рисовали, мы сначала порисовали мимозу э, в рисунке, то есть строение цветка. Ну, э, да даже я, да, вот уже сколько лет рисующая, даже я не приступлю к чему-то, если это не поизучаю. А уж тем более, э, например, ну, к шелку я, подго я подготовлюсь и подойду к нему, но это же благородный материал. Я к нему также с чувством благородства и уважения отношусь. И вот с девочками мы недавно рисовали, я естественно выкладывала, да, и в школе наши результаты прекрасные. Уже картины висят в интерьерах, они действительно очень интерьерные картины. Это даже другой ученица. Ну вот я просто показать, что насколько интересна и многогранна эта техника. А, тоже есть в онлайн-курсе, а, называется так «Зимний лес», это сочетание двух техник, но в начале у нас идет а, тема а, рисования деревьев, потому что потом эти деревья рисуем от руки а, бесцветным резервом, ну как же их же надо, да, уже, а, и вот именно понять, что, извините, внизу дерево плотнее, и если я нарисую толстый, толстую, толстую ветку сверху, а, а она будет толще, чем его дерево основания, то дерево уже будет а, немножечко а, неустойчивое. Угу. Да, а, а, и а, да, вот там рисуем ли мы там, деревья рисуем ли мы розы там рисуем ли мы мимозы рисуем ли мы платки с вот с кейк стори какая разница да все время вот рисуем угу. а, Да вот и а, тут тоже хороший вопрос а, от Елены в чатике уже а, скажите пожалуйста не рисовавшему человеку, как обучиться смешению красок для получения желаемого цвета? Сначала акварелью, она есть у меня в наличии. Комплексую. Были попытки обучаться. Угу. А, <laughs> в оффлайне комплексов прибавилось. Ой, кстати, Елен, а, на самом деле вы интересную тему затронули. Мне тоже... Был такой а, инсайт очень интересный, а, когда мне девочка, Наталья, кажется, ее зовут еще давно, написала а, такую а, интересную а, обратную связь. Она раньше а, рисовала акварелью, и, а, и вот, ну, участвовала, да, там, в, в акварельных сообществах, и у нее а, пошел страх, пошел страх того, то, что, а, ну, я не знаю. Либо как-то закрывали, либо, может, какую-то обратную связь дали не ту. Ну, то есть вот как-то человек сник, да, и прекратил немножечко свои попытки в рисовании, что очень жалко, да. И, я не знаю, с каким-то радостью, с каким-то счастьем она как-то... В общем, мы нашли друг друга. И она пришла в батик. И она в батике так разрисовалась, ну, потому что ткань на самом деле... А, вот, наверное, э, с чего и можно начать, так это вот, например, с шибари, да, вот с этим смешением цветов, которые происходят <смеш> самостоятельно, и посмотреть, что не бывает некрасивого цвета. Вот, Елена, запомните, не бывает некрасивого цвета. Бывает сложный цвет, да, сложный цвет. А что интересно на бумаге, ну, так как бумага достаточно плотный, да, материал, а в нем а, есть история того, то, что можно за засерить работу, зажухлить ее, да, и сделать такую, ну, немножечко такую темную, уже такую серую, однотонную, неинтересную. Но это опять же, да, сделали вывод, взяли следующий листок. А вот что супер в шелке, что не происходит с бумагой. То, что в шелке все цвета, они а, сочные, вкусные, яркие. А в шелке тяжело зажухлить работу, потому что ну, шелк это такая история, которая работает и на просвет и ну, она не берет много цвета вот да там как можно набивать набивать на ткани то есть на бумаге или на холсте, а здесь более такая а, такая акварельность, которая получается сама собой. И вот как Наташа сказала, что у нее из-за а, батика, вот из-за шелка, но ну, это же еще тактильность, вы не забывайте вот эту а, теплоту, да, которую ткань дает, а, пошла, а, а, то есть у нее опять вернулась любовь а, к рисованию и на бумаге, и акварелью. То есть такое произошло артропевтическое самоизлечение. Ну, здорово же. Прекрасно. Поэтому, Елен, на самом деле у меня практически с каждого тоже курса, в каждом курсе есть цвет смешения. Вот как мы тоже с цветом работаем, как, кстати, работаете вы акварелью, акрилом, красителями для батика, красками для шелка, вот без разницы, да? То есть вот маслом, и для каждой краски, для каждого материала вам нужен свой определенный навык. Да даже у красителей и у красок разных производителей тоже вам придется, ну, немножечко, потр... ну, как бы именно потрогать практикой. Поэтому совет: не смешивайте пока много цветов. Уже, когда вы смешали больше трех цветов, даже двух цветов, вы уже получаете сложный цвет, уже, да, сложный цвет. Ну а уже потом, когда вы сложные цвета совмещаете со сложными цветами, у вас происходит архисложный цвет, в котором уже тяжело разобраться. Поэтому рисуйте более чистыми цветами. И как я учу всегда в батике, начинайте от светлого к темному. Потому что осветлить вы уже не сможете. А вот затемнить всегда. Угу. А, тоже это моя работа, это роспись на стене. И а, как... Всегда. Ну, как я уже и сказала, да, кто-то перенес свое тоже умение на тортике, кто-то а, там я иногда используюсь большими холстами. Ну, собственно, небольшие холсты у меня есть в батике, а вот тут, пожалуйста, дайте мне стену. И а, вот опять же прихожу к стене, и тоже я опять же а, делаю эскиз и делаю а, работу с а, материалом сначала эскизным на бумаге. И потом только переношу эту всю э, тему в, в, э, в пространство. И вот, собственно, да, я вам показываю сейчас в коллаже, это один эскизик, да, но это, естественно, одним эскизиком никогда не ограничивается. Я вот помню, когда я маки рисовала в сложных поворотах, ой... У меня вся комната была увешена а, вот этими эскизами. А когда вот мы зимний лес, например, рисовали, вы видели, да, у нас вся стена, а, мы вообще, в принципе, вот эти две недели, два занятия идут на а, эту работу. Да и, в принципе, даже можно еще и больше заниматься. Ну а, и вот у меня мастерская, а, я вот прям вывешиваю эти а, наши работы на бумаге по стенам, чтобы нас окружали, окружал лес. Да, вот чтобы мы были в этом пространстве. Поэтому вот куда вы переложите свои художественные навыки, ну это вот действительно тысяча и один вариант. А, как девочки написали в обратной а, связи, вот а сейчас я вот прям даже зачитаю, мне так понравилась эта фраза, угу. да, то, что вот, ну, нет ничего невозможного, вот, посмотрите, вы подарили краски моему шелку и моей жизни. Вот это, наверное, самое-самое а, такое ну, важное а, в теме того, то, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. <laughs> то есть а, можно, главное, не бояться начать. Вот когда, да, то же самое, зачитала фразу. Когда начала, я поняла, что нет ничего невозможного. Да. Опять идет практика. Спасибо за уроки, это мое новое открытие. Мои работы стали сложнее и интереснее. Все здорово. Да, это, это а, главная тема. Ну, и, соответственно, вот главная история, почему а, у нас есть а, такие, ну, такие вот, да, вот разные курсы. Ну, и, соответственно, а, когда я могу с уверенностью говорить, что да, вы можете прийти с нулевым знанием, да. А потом дорасти до мастера. А, да, придется кому-то множко, кому-то немножко поработать. Но ну, это прекрасный навык, который я даже не знаю, его даже невозможно, наверное, расценить а, трудочасами, сколько я занимаюсь, да, и что у меня в итоге получается. А это навык, вот тут тоже интересная тема. Кстати, вот, э, дайте вот сейчас немножко на эту э, тему поговорю. Вот интересная история. Ну, наверняка вы читали книжку э, «Путь художника», да? Э, э, и то, что никогда не поздно начать. То есть, да в любом возрасте, когда бы вы не начали. Как я уже сказала, нет идеального времени. Есть время, когда вы начали. Все, и уже с этого начинается ваш путь. И это путь. Результаты, они прекрасны. И что здорово, что я вам показала уже с курса «Батик старт», вот, да, вот с нулевочки, да, то что они уже изначально прекрасны. А если говорить о, о вообще шарфах Шибари, то это вот просто сразу первый платок и первый шарф будет прекрасный. <laughs> и уже тоже и авторский, и индивидуальный. Да? А, и вот а, тоже вот эта история, а, я уже говорила о том, что у меня есть подруга, которая мы учились вместе в детской школе искусства, она сейчас живет в Англии и она работает в институте институте старения, да, в общем забыла где вот проблемы Альцгеймера, проблемы э, ну то, чтобы всегда сохранять наш мозг в и наше тело в таком ну в ресурсе и, соответственно, она вот изучает тему, ну, она художник, и у них сделали три направления: это что помогает не состариться мозгу и телу, это занятие танцами, занятия языками и занятие рисованием. А, собственно, с чем вас и поздравляю. А, собственно, какая разница, когда вы начнете? Это ваш вклад, ва же самих. Собственно, только. Только в эту историю мы и будем и двигаться, и говорить. Да? Приходим потихонечку к следующему вопросу. Угу. Елена написала: Спасибо большое. Вы терапевт. Вас, когда слушаешь и видишь, возникает вера, что, да, что предмет познаваем. Спасибо большое. Я рада, что именно такая реакция возникает. А еще будет суперская реакция, если вы прям реально. Ну, знаете, любые вебинары, открытые ли они, или посвященные каким-то проектам, у нас все равно происходит, даже вот, кстати, в этом письме я и не сказала, да, что любой вебинар это волшебный пендель для того, чтобы пойти и рисовать, да. Пойти и делать. И вот, да, если появится желание рисовать, то это вообще будет замечательно. Угу. Мариночка. Надежда, вы помогли мне открыть во мне творчество. Спасибо большое, Марина. Я очень-очень рада. Переходим к следующему вопросу. Плавно. Про поводу творчества, да? Ну это все, все вместе, да. Вот хочу заняться творчеством, да. Но ведь для всего нужны финансы и, соответственно, для всего нужны материалы. К сожалению или к радости, ну да. Ну, на самом деле, прекраснее тратить на это, чем на еще очередную кофточку. Да? В маникюр, кстати, у вас отпадет, вот, отпадет любое желание, потому что у вас руки всегда будут цветные, руки художника, и поэтому у вас все равно всегда будут коротко постриженные ногти. Да? Главное, что они чистые и, соответственно, коротко пострижены, потому что вам, вашим рукам ничего не должно мешать. Поэтому, опять же, сэкономили на этом. Ну да, дорогие, и потратили на это. Ну, дело в том, что я специально даже собрала картинки не а, из материалов по батику. Ну, естественно, об этом тоже будет. Почему? Потому что любым творчеством, вот каким бы вы ни занимались, у вас а, вы все равно а, будете, будете, а, то есть все равно у вас будет не будет варианта не купить материалов. И вот вы начинаете, да, вот не обязательно начинать с такой огромной палитры. Можно начинать вот буквально там с восьми красок, да, из которых я уже Елене дала ответов, что не надо больше смешивать больше двух-трех цветов, собственно, чтобы получать еще да, всевозможные гаммы. А ведь потом, эти же их можно разбавить водой, добавить темного, и вы или получить светлое, или получить темнее. Uh, да, вы начинаете вот с малого, да. по большому счету вы начинаете с идеи, с идеи того, то что хочу. Вы не поверите, но uh, все uh, решаемо. Uh, yeah. Вот как только появляется uh, запрос в воздух, да, в космос, все это как-то реализуется. Сначала, может быть, там uh, получается так то, что вы uh, берете, например, ну, там буквально там 3-4 краски, да, там, и начинаете вот уже с ними рисовать и создавать сложные палитры. Да, потом, когда надоедает смешивать, вы берете уже большую палитру. Ну, не остановиться, не остановиться, хотя... Но согласитесь, ну, по большому счету, вы знаете, что у нас всего лишь три основных цвета. Желтый, синий, красный. Из них получается все. Но художника, творческого человека не остановить. Любым вот любым творчеством чтобы вы не занимались там везде надо будет надо будет покупать материалы и когда вы начинаете увлекаться чем-то вы уже доме дома открываете небольшой магазинчик когда я смотрю уже материалы девочек с ну там когда они уже несколько лет занимаются батиком, я даже иногда завидую их ассортименту, потому что, ой, думаешь, я бы вот и этого, и этого, бы, и здесь бы развернулась бы, и там развернулась. Естественно, естественно, мы говорим о том всегда, то есть не то, что тема материалов, да, она, она не, вот она действительно огромная, да, но их, конечно, надо знать. На каждый вот как я уже тоже сказала, на каждую ее технику и на каждую, например, там, рисуете ли вы маслом, рисуете ли вы акварелью, рисуете ли вы по шелку, всегда нужны ну, как бы специфичные материалы. Ну, мы не нарисуем на шелке акварелью. Ну да, может быть, в первый момент картину я бы нарисовала. Но это только картина. Я ее, она со временем у меня, естественно, от солнца выгорит, ну, потому что это не профессиональные краски, они не закреплены. Естественно, я ее не могу постирать, у меня акварель просто с... смоется, ну и соответственно и что, да, то есть как бы да, я могу попробовать, но дальше я пойду следующую. Естественно, у меня будет ценовой диапазон в красителях или в красках тоже большой. Есть русские производители, есть иностранные, есть американские производители, есть восточные, да, там Япония, Китай и так далее и тому подобное конечно, мы еще и говорим о том, что, что вы сможете достать. Да, например, иногда пересылка стоит дороже. Тогда зачем? Да, можно тогда достать то, что есть у вас. По большому счету, когда у нас уже есть навык, когда у нас уже есть опыт смешивания красок, мы по большому счету уже ничего не боимся, и мы уже начинаем пробовать здесь и сейчас. А, как говорится, плохому танцору, да, у нас Поэтому, опять же, рисуем, не останавливаемся на достигнутом, все смотрим, делаем своими ручками, проверяем. А, да, еще вот тема того, то, что нету стопроцентного как бы решения, потому что никакой художник не может попробовать все. Ну вот, например. Я решена тем, то что я не могу попробовать американские краски, хотя я знаю, что они хорошие, и есть хорошие поставщики, да, и я читаю, да, вижу у некоторых художников, как они пользуются теми или иными материалами. Но я, например, не могу их достать. Ну и что? Я буду сокрушаться? Ну нет, я буду пробовать то, что у меня есть тоже европейские краски, очень хорошие, и в принципе и русские краски, если для какого-то решения они тоже мне подойдут. Главное, еще раз повторю главное оно, главная идея, соответственно, все будет. И э, вот, как я и сказала, э, по поводу нет стопроцентного, да, вот, вот это, 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 да, вот э, есть какие-то решения, но, ну, например, сейчас вот мы делаем такие тоже прекрасные решения, да, для своих учеников я делаю наборы, да, для батик старта называется стартбокс, чтобы вы вообще в принципе не думали на первое время, что где искать, а в принципе попробовали сразу профессиональными материалами работать. Это все европейские производители, чтобы вы это все сделали. Угу. Дальше. А уже потом вы уже, во-первых, уже знаете, что делать, да, и покупаете, приобретаете. Я могу посоветовать то, что прошла я. А то, что прошла я, то, что я смогла достать, <с> что я могла проэкспериментировать. Кстати, опять же, я сказала, любыми красителями или красками, чтобы вы работали, любых производителей мне также надо немножко ä, поэкспериментировать. Я сразу делаю палитру. Палитру выкрасов, потому что не все краски э, краси, или красители ведут себя одинаково, разных производителей. Какие-то там... Uh, черный например в более коричневый у какого-то черный больше в синий и так далее и тому подобное uh -huh. и соответственно я это все пробую uh, все то что вы видите у меня в школе это все то что я попробовала, это мой опыт я им делюсь да? но опять вы например достали главное еще я делюсь опытом Художественных навыков и рисования, ну и, соответственно, естественно, линейки различных материалов, чтобы, в принципе, уметь читать аннотацию, инструкцию. Но опять же, это же не значит, что вы можете достать что-то другое. Но, зная да, материалы, зная уже навыки, опять, вы начинаете пробовать. Здорово, что если вы как бы, и вы делитесь, да, какими-то своими историями в, под уроками материаловедения, а, и это а, помогает тоже, да, расширять кругозор. Ну потому что опять а, вот да за моей спиной, кстати, да, стоят красители. Но вот представляете, если бы я а, несколько красителей покупала бы несколько линеек и так далее, ну это же я тоже считаю, да, и поэтому я тоже понимаю, что я нашла хорошее, мне сейчас это пока устраивает, я этим занимаюсь. Будет что-то другое, буду опять также открывать. Есть. Дарья пишет, Надежда родился вопрос на основе некоторых рассказанных вам историй. Приходилось ли вам профессионалу встречаться со скептическим отношением или критикой к вашей работе? Шикарная тема. Ух. Вы знаете, люди на самом деле очень разные. Вот мы вроде бы все одинаковые, да, вот. Вроде, да, вся, вот по большому счету, вот так же мы берем а, шелк, который вроде бы белый, да, и он у всех одинаковый. Но а, в итоге получается у всех все разное. Или вот как я а, была на выставке керамики, да, и вот то же самое. Изначально это глина, она одинаковая. Но получается у всех все разное. Поэтому а, а, вот тоже, вроде бы мы, да, люди, у нас все там палка-палка, огуречек вот от человечек, но мы тоже очень-очень разные. Бывало, бывало, бывает, наверное, такое. Сейчас, наверное, меньше или, честно, я может этого не замечаю. Но вот про историю Натальи я рассказала, да. Про историю себя. Давайте сейчас я подумаю. Вот сейчас-то так вот, честно, не вспомню. Я подумаю, отвечу. Ну, наверное, история то, что э, вообще все люди, особенно художники, это качели, да? И когда э, у вас, э, э, вот опять, это из-за хейтеров, или из-за плохой критики, или это из-за своей критики, вот не могу сказать, потому что мне же тоже может много чего то не нравится, например, да? может быть, что-то меня не устраивает в своей работе. По большому счету для себя я самый даже больший критик. И вот, например, да, я могу э, откатиться, да, немного назад, э, и вот э, пожалеть себя, э, сказать о том, ну вот, вот я там не Микеланджело, ну понятно, да, то есть пуститься во все тяжкие, всплакнуть могу даже, может быть, особенно если посмотрю в общей теме. А, истории про грустную, про грустную какую-нибудь картину. Но потом, а, потом я с утра на следующий день проснусь а, и пойму, что вот новый день. Это вот, наверное, как мы тоже болеем, да, и ты думаешь, боже мой, откуда же у меня силы? Сил нету. А потом как-то бац, а как-то они потом опять берутся, откуда? И вот, наверное, здесь то же самое. Да, не получилось. Или а, Ладно, Дарь, подумаю, Даша, <laughs> по поводу именно, именно из-за критики, да? А, Настя пишет, у меня племянница тайдай гуашью делала. Вымылась, конечно, часть, но все же цвет остался. Красиво, смело и недорого. Ну, Анастасия, берусь вас а, как бы не обнадежить, да, потому что а, каждый раз это будет вымываться. Ну каждый раз, вот будете стирать, и каждый раз будет вымываться, и оно линять, 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 линять и будет. Да даже, если мы, например, э, например, какими-то, э, ну не совсем уже качественными красителями сделаем, или вот даже вот э, мы возьмем, э, вот у меня, кстати, тоже недавно была история, и мы переделывали, между прочим эти тайдай наборы, девушка очень же модно было одно время, ну мне кажется это вообще всегда, когда скандинавский стиль в интерьере сочетается с тайдаем, вот особенно индиго, да, индиго подушки, индиго покрывала, индиго шторы, это все сделано в тайдай, и она заказала, ну она не знала, что здесь есть мастера, она заказала это все в восточных странах, в Индии, ну в Индии, кажется, там же тоже очень популярно. И э э хорошо, что она не постиралась с вещами. Понятно, что первая стирка это была просто ужасная. Она вообще даже не знала, когда она вымыет эту краску. Ну, в общем, она ее мыла, 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 мыла. Она до сих пор до сих пор состирывается. Вот, ну, даже вот если взять наш прибой, да, это наш краситель по тайдаю джинсовый, то же самое, он будет все время состироваться и все время подлинивать. Да, я сказала, попробовать можно, да хоть акварелью. Ну, ее на шелке я бы не стала пробовать, потому что гуаш ⁇ это укрывистая краска. Вы не получите вот эту прелесть шелка, да, вот этих акварельных переливов. Попробуйте какими-то водными красками или тушью, да, чтобы именно посмотреть, как краска водная вот живет на шелке. А так вы можете пробовать. Но это все будет из истории хобби попробовать и ну, повесить, полюбоваться какое-то время. Ну, да, Настя, как племянница и попробовать. <laughs> Кристина, привет любимым учителю, милым девушкам. Ничего не бойтесь, да, ищите свою душевную ноту. <laughs> Я бы всем посоветовала приехать к Надежде мастерскую. Я до сих пор не умею рисовать и влюблена в горячий батик. Ну, это, Кристина, мы девочки, да, мы любим на себя навешивать э, историю о том то что ну вот я не умею чтобы нас похвалили или вот там помните я приготовила все на скорую руку все на скорую руку и вот да и ждем комплиментов чтобы нам их сказали на самом деле э, Кристина верь в себя у тебя прекрасная работа а Елена а, да, я знаете я побывала в, в студиях сколько столько перемывания костей другими художниками наслушалась Другим художником наслушалась. Ну, вот, к сожалению, к сожалению, есть э, в... Есть, так, знаете, особенно в мирах, которые, ну, очень такие узкие, да, вот. Э, э, и, и то, конечно, естественно, не всех, э, не все миры знают, там, ботанические иллюстрации, да, там, или ботанические, там, там, или там акварельные, их же тоже много сообществ. Но а, есть такая тема, и вот, кстати, Наталью-то в одном из этом акварельном сообществе-то и заклевали, а, есть такая тема, когда художники небольшую дедовщину, да, такую устраивают, и, а, а, ну, знаете, это по большому счету, вот, кстати, Дарья, ответ на ваш вопрос, это просто тема самоутверждения. Вот, ну, вот вы поймите, что... А, так может самоутверждаться только плохой парикмахер, да, может быть, плохой художник, пусть он считает себя хорошим, ну, ну, ну как человек, да, вот пусть, это как, да, сидишь, садишься ты к плохому, я, например, никогда не сяду к парикмахеру, который мне скажет, ой, кто это вас так подстриг, там, или так далее, и тому подобное, да, и ты сразу будешь думать, ага, или он, знаешь, в конце скажет, ну, я сделала из того, что сделала. Ну вот вы с чем пришли, с тем и ушли, да, то есть как бы что могла, то и смогла, то есть поэтому здесь поаккуратней. А, поэтому это такая, да, люди разные, люди разные. А, всегда найдутся те, да, кто пытается обесценивать. Угу. А, Над... Наталья пишет, Надежда использовали ульварганзу под роспись красками под утюг. Вообще очень аккуратно я бы относилась к любым тонким тканям, которые под ут... и использовать их под утюг ну почему потому что либо очень хорошие краски надо выбирать объясню почему потому что тонкие ткани все смотрятся в драпировке у них краска проникает ну естественно да насквозь в принципе у любой ткани краска проникает насквозь а уж у этой точно. И здесь, ну, акрилы же под утюг, они что дают? Они же слепляются еще между собой, да, у них термозакрепление идет. И вот здесь у нас даже, у меня был, кстати, такой случай, не совсем приятный. Мы делали, ну, там бюджет был ограниченный, и я взяла бюджетные, очень бюджетные краски акриловые, и мы расписывали платки на тонком шелке. Это был эксельсер. И я первый сделала и он дождался высыхания и я его не смогла развернуть мне я его стала разворачивать краски слиплись и у меня даже были дырки соответственно я разворачивала ну вот да и тогда вам тоже разворачивайте это все когда еще краски жидкие ну влажные тогда у вас не будет слипание красок ну и вот вот эта вот тема она конечно немножко такая опасная угу. Угу. есть правильно, Настя, художника обидеть может каждый. Да, можно включить ранимую девочку, ранимого художника и, собственно, и пожалеть себя. Ну, в принципе, у вас же есть родные, которые всегда вас поддержат. Им же нужно все-таки... Они не дадут вам надолго упасть в хандру. И и тема того то что и упасть в хандру и то что вы все равно будете продолжать творить ну вот вы поймите, если вы ну, если вы оказались уже здесь да то есть это значит что значит у вас живет вот этот огонь а, вот эта жажда а, деления а, прекрасным да то есть что-то создавать хорошее и что-то чем-то окружать себя и близких хорошим давайте опять же да вернемся к стоимости занятий батиком как я уже сказала, да, надо будет вкладываться, да, можно опять же, ну, не с нуля начать, да, как я говорила там с нулевыми художественными навыками, ну, хоть с какой-то суммы придется начать, чтобы уже начать делать хорошие работы. Да, вы этими работами можете уже украшать свой, свой дом и, например, делать подарки. Давайте здесь посчитаем. Чувствуете, помните, мы уже на маникюр сэкономили, мы уже сэкономили на лишней, э, на лишней одежде, потому что, во-первых, вы уже не выбрасываете одежду, потому что даже если вы поставили пятно на любимой кофточке, вы всегда его можете украсить росписью, кастомизацию сделать. И это будет и модно, и полезно, и красиво. Но и э, также э, вы можете экономить и на подарках. Что супер в наших подарках. Ну, это я обожаю об этом говорить. Вот давайте сейчас я себе тайминг сделаю не минутку. Почему? Не случайно даже подобрала такие картинки. Это действительно подарок, всегда сделанный с любовью и с думанием о человеке. Но вы все равно всегда думаете о человеке. Уже пошел, пошла энергия от вас. Да, пошла энергия от вас, вы начинаете думать об этом человеке, начинаете ему создавать, чтобы ему это нравилось я это знаю, о чем говорю, потому что мы много здесь делали этих подарков, и я знаю, как мы глубоко подходим, как девочки глубоко к этим темам подходят. И вот, например, кролики, а потому что у нее есть кролики. А вот она, я знаю, там не носит желтый цвет, она носит фиолетовый цвет и тому подобное и так далее. Да, чувствуете? Вы думаете уже о том человеке. Энергия, она, ну, она, она витает. Соответственно, вы его подарили. И когда человек начинает носить ваш подарок, его, ну, я не знаю, если он висит, то на него смотреть, да, на картину. Если подушка, то на ней лежать. Если это а, одежда, то ее носить. Если это аксессуар, то им себя украшать. Вы чувствуете, я уже на несколько лет вам сделала подарков только для одного человека. Что он начинает? Ну вот, давайте если у вас будет энная ручка Паркер, вы же о ней все равно забудете. Ну, конечно, наверное, о роликсе я не забуду, хотя, честно, я часы тоже не ношу, потому что это тоже неудобно. Это тяжесть руки опять же, экономить, да? <laughs> Соответственно, он что? Он всегда будет знать, чей это подарок, всегда. И когда он им пользуется, смотрит, носит, он думает о вас. И а, вот вы, я, когда приезжаю в дома, девочек, ну семей, в которых висят мои картины или есть мои подушки. Вот вы знаете, ну во-первых, они все равно, сколько бы лет не прошло, они все равно там плюс-минус, но ну, об этом расскажут, да, поделятся этими ощущениями, как тепло. А вы, -а, 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 а дети знаете, что начинают делать? Они стараются одеть одежду, которую я им подарила, чтобы меня встретить в этой одежде тоже, да, вот показать, насколько им это трепетно и насколько им это важно. Вообще тема авторских подарков, мне кажется, это, это все еще открывать открывать, открывать. и открывать. Здесь еще непочатый край прекрасных предложений. Опять. И опять что? Это опять идет ваша история того, то, что вы не потратили на какой-то подарок из магазина, вы сделали свой действительно уникальный крутой подарок. Соответственно, что вы, да, вы можете себе позволить купить шелк, купить красители, и сделать этот подарок, потому что вы опять же не будете э, на него тратиться, да. То есть здесь здесь все ровно то же самое. Да, мы с вами не говорим сейчас, э, да, о теме такой. Э, давайте такую тему затронем, то что э, ремесло и самореализация. Вы же поймите, да, ремесло мы начинаем считать, да, себестоимость почему потому что мы ремесло, мы делаем ремесленные вещи это штучный товар и мы его продаем. соответственно да здесь есть тема но давайте мы не будем забывать для чего мы приходим заниматься творчеством. мы приходим заниматься творчеством для самореализации да, для самовыражения. на самом деле счастливая мама, счастливая семья вот нельзя в себе копить эту энергию вообще женщины должны рисовать, я не знаю, готовить, вышивать и тому подобные темы, лепить из глины и так далее, и так далее, да. Вот, кстати, вот прям как у меня плавно все идет. Фоторяд повторяет мои слова. Вот лепить из глины. Недавно а, прошла, вот буквально чуть недавно, вот на этой неделе в конце а, воскресенья закончилась выставка For Keramics. Это, ну, у нас это достаточно в Москве распространенное такое объединение керамистов которые проводят вот здесь две фотографии наверху, которые проводят уже лет пять, как фо керамикс это салоны, ну очень известные и они собирают много и продавцов и много людей, которые любят авторскую керамику и соответственно художники ну как вот выставка ярмарка, да вот с такими стендами где 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 много чашечек, много блюдечек и так далее, то есть это что Штучный товар, ремесло, вот, да, это ремесло, вот, да. Вы действительно посчитали, что вы, естественно, продаете чашку за сколько-то? И, кстати, намного меньше людей <laughs> было а, на выставке. Я имею в виду из художников, потому что не все, кто делает ремесленные вещи, а делает художественные вещи, и не все, кто делает художественные вещи, делает ремесленные вещи. Ну, потому что а, ты не можешь, наверное. Раздвоиться, делать товар на продажу, да, И делать, например, какие-то совершенно штучные ну, да, Самореализовываться Какие-то вот, например, это я сделаю, например, да, за день И вот, да, я специально, кстати, не сделала пример С нашими историями, да, с батиками Потому что, мне кажется, тема визуала Она вообще как бы идейности Она должна быть такая немножко без, без оценок К тому или иному художнику а здесь, да, вот эту я, например, сделаю за день блюдо, а свой шарфик Шибари я тоже сделаю за день, да, например какую-то серию, такую вот, например, пано, да, в котором много материалов, например, оно коллажное, в котором куча идей и смыслов затронуто, о которых я написала толмут постов <laughs> и так далее, а я, например, делаю полгода. Ну понятно, они и не и весовой категории не не, не, как это сказать, не могут соприкасаться и с ценовой, но и, и, в вашей же теме. Некоторые вообще работы там, там 20-летней давности, 10-летней давности, потому что это что? Это моя самореализация, да, мое самовыражение. Ну, на это, честно, денег никому не жалко, потому что... Ну вот, да, вот, для, вот вы, вы здесь и задаете себе вопрос, для чего вы приходите заниматься творчеством, для ремесла в наших направлениях оно тоже есть кастомизация, да, там шибари и так далее, тайдай, также, например, в керамике это тоже есть, также, например, и в стекле это тоже есть. В любой в любой из техники творчества есть тема как ремесла, так и самореализации. И вот был очень интересный салон, выставка была в декоративно-прикладном музее. Ну, смотрите, да, ну какая вот вот как ты здесь, вот как ты здесь, когда у тебя за один квадратный метр ты должна уместить 10 чашек, как ты себе можешь позволить да, здесь выставить, по, взять 7 квадратных метров и выставить там буквально по одному в один метр, это одно произведение? Нет. Чувствуете, да? Там такая тема. И вот как донесение прям вот авторской шкатулочки, я не знаю, картины, пано, там какой-то интересной скульптуры из керамики, из фарфора, да, и, соответственно, вот ваза, да, в которой бусины из полудрагоценных камней или из, тоже из различных материалов. Этому что? Это, это надо созерцать, это действительно надо проживать. Поэтому это совсем другая тема. Да? Вы понимаете, к чему я клоню, то, что вы, вы здесь то же самое, вы все таки приходите в творчество для того, чтобы самореализовываться Да, если у вас это уйдет в ремесло, это тоже прекрасно, это тоже здорово, но тогда это немножко другие задачи. Угу. А, и, соответственно, ну, на самый же трепещущий вопрос, но все-таки надежда, но ну, ответьте, сколько мне хватит бутылочки на на изделий. А, и вот из истории того, то, что да, ремесла и самореализация, я не делаю, например, шарфы. Там, ну, когда ты делаешь что-то штучное, ну вот, например, также вот я чашки, например, леплю, да, или шарфы делаю. Когда ты делаешь что-то штучное день ото дня, ты точно знаешь расчет. Когда у тебя все, задачи все время разные, ну, и разные техники, и разные, там, может быть, ты вообще где-то пробуешь тысячу один раз, да, разные способы их самовыражения, да, вот уже самореализации, то ты не можешь просчитать эти материалы. Поэтому вот здесь вот такой вопрос, да, то есть для чего, да, если бы я делала, например, шарфы, да, я бы сказала, вот, например, вот этих вот, например, красочек вам хватит, например, на 10 шарфиков. Супер. Здесь вот давайте вот возьмем этот пример просто почему он у меня готовый кейс, да? Вот он у меня стартбокс. Это стартбокс, это материалы на первое время, которые подходят вот как раз художникам, которые пришли в Батик Старт и хотят это все попробовать и сделать, ну, чтобы не ходить за материалами, не покупать без проблем. Вот у них есть стартбоксик, в котором упакованы. Красители, красители фирмы Дюпонт, профессиональные красители под запарку паром, они упакованы в 25 миллилитров бутылочках, 8 цветов. Вот так, да, хватит вам уж точно поиграться с цветом и насмешивать их. А я точно могу сказать, что на все рисунки и на весь курс Батик Старта их хватает, да. Это на минуточку от 4 до 6 изделий уже, да и еще остается. Некоторым это хватает еще на курс холодного батика. Это еще 3-4 изделия. Значит, соответственно, какой я могу сделать вывод? Что вот, вот этих вот бутылочек 25 мл, их 8 штучек, вам хватит. Ну, плюс-минус, все-таки все равно, да, в зависимости от размера изделия. В принципе, у нас изделия не маленькие, у нас там есть и платок 70 на 70, да, и шарф, извините, метр 40 на 50 сантиметров то а, этих, этих, этого размера вам хватит от 8 до 10 работ. Ну, может быть, там если растянете и, и любите светлую-светлую гамму, то 12 работ. Есть? Есть. Специально сделала эту фотографию тоже. Видите, стартик стоит у девочки, которая, естественно, художеством занимается, творчеством. И вы видите, да, что материалов много не бывает. Вы видите, сколько... То есть стартик занял свое энное место в пересеч... <laughs> пересчитывании ее материалов для творчества. Поэтому опять начать можно с нуля, самых вот, а, там, с минимального количества красок и шелка, с, минимальным, с минимальными затратами. Ну да, затраты все равно будут, но ну, мы с вами не работаем, а, мы не можем с вами из... Ничего сделать, сделать что-то, и еще это будет каким-то материальным, материально ощущаться. Все-таки нет, да, бывает у вас как бы такая по, поэтапная история, да. Будем двигаться поэтапно. Всегда можно, всегда есть разный старт. Главное, вот помните эту лампочку, да, главная идея, и запомните этот энергообмен, потому что вы занимаетесь прекрасным делом. Вы делаете действительно стоящие вещи, которые действительно нравятся людям, и они их носят и украшают себя и свои квартиры. Mm -hmm. <laughs> да, Наташа пишет, с главной собой, <laughs> самой нравится. А, и все остальное очень субъективно. Ну вот согласна, но когда ты, тебе самой тоже не нравится, что ты делаешь, ну это опять же, да, не нравится, да, я на пути, это путь, да, я завтра следующий, делаю следующее. Да, я могу себе позволить немножко пострадать. Угу. Халина пишет, почему в холодном батике, именно на тонких тканях, краска выходит немного за контур. На самом деле, тонкие ткани часто разряженные. И они бывают так, что они просто ну вот, да, идут по стрелке. И второй еще вариант бывает, Краски нужно время, чтобы проникнуть в ткань. И не надо выстав... делать лужи. Да? Соответственно, что она делает? Ну, краски же нужно время. А она что делает? Вы же, когда делаете каплю, она же еще объемная. Объем может быть выше вашего контура. И он что сделает? Перейдет. Как говорится, вообще наши краски а, и красители они все на водной основе. Это 99% вода. А вода, дырочку, найдет. Угу. Елена пишет, что я не знала керамическую выставку. Ну, слушайте, моя школа, конечно, делает рассылку о мероприятиях, но, они не о керамических. Это я просто провела пример, да, вот просто явно показано ремесло и вот эта история уже таких художественных выставочных работ, да, разная заявка. Чувствуете плотность, одинаковость объекта и а, ремесленность, да, вот, ну, и узнаваемость мастера. Здесь же, о, одна шкатулочка, например, большой стенд, и вот, да, вот это вот и сказочная история про то, как создавалось, сколько здесь вложено. Наташ, я обожаю твою вот эту уверенность, прям, Даша, чувствуете, да, у кого надо учиться, вот коуч по уверенности, кстати, вот опять же история о том, то, что не бывает идеального времени, идеального места. Да, сегодня не было солнца. Да, дождик накрапывал. Да, я не села на лавочке и не порисовала. Но я сфотографировала дерево, которое я сегодня хочу вам показать. Это вот буквально сегодня по дороге сюда. Все, вот оно здесь и сейчас. Ничего такого вот нового нет. Вот оно дерево, Прекрас... Согласитесь, прекрасное дерево. Почему сейчас хочу именно дать вам тему эскизную а, вот живых объектов? Да, потому что еще полтора месяца и вот этой графичности, вот эта графичность, она закроется, закроется богатством кроны. И будет виден ствол и несколько а, а, веток, которые от ствола отходят, да? а, И вот вот этой графичности, ну вот вспомните наш зимний лес, это ну что-то волшебное, да. Вот этой графичности вы уже будете только распознавать, догадываться. Но, кстати, чтобы нарисовать хорошо крону, надо хорошо догадываться о графичности дерева, да? где оно вообще крона может размещаться. Поэтому а, это когда мы, например, тоже рисуем а, человека, мы рисуем сначала скелет, потому что то же самое, надо все догадываться. Когда мы, помните, с вами рисовать, Опять помните, у нас в школе есть уроки и про рисование там, и животных, и, так далее, всевозможных, и архитектуры. Мы опять же также изучаем скелет вот изначально. И вот если говорить о дереве, то вот одежда, да, крона, но скелет-то мы не забываем. Это все, вот повернулась вот так вот ветка, да, или вот рука, соответственно, так пошла драпировка, или так пошла крона. Все, все, все вместе а, связано, и вот сегодня будем по, по зарисовке сделаем. Также сделала просто фотографию, а, была интересная, и фильм был, и а, история была интересная про художницу японскую, которая круги рисует. А, сейчас очень модная, вот, вот надо, мало рисую, в общем, забывать стала. Надо еще больше рисовать, еще больше практиковаться. А, и, соответственно, это была в красивой галерее. И вот просто тоже лежат травы, красиво лежат. Почему не зарисовать? Это вот опять чашку положили, ложку положили, красиво положили, надо зарисовать. Все, вот здесь и сейчас. Все, вот в моменте, ну и давайте вот в этот момент мы и, собственно, и перейдем плавно. М -м -м. Слушайте, такие, вы какие чувствуете животрепещущие темы мы подняли. И вот сколько на самом деле, наверное, даже можно вообще одну только тему поднимать на вебинар и ее рассказывать, потому что действительно можно много-много что говорить, а из-за того что в школе уже, ну действительно много лет, и преподаю я уже много лет ну, столько историй, столько вот картинок, которые то хочется с вами поделиться, но действительно, время, оно тоже не резиновое. Итак, начинаем мы рисовать. И вот честно, вы рисуете ровно тем, что есть у вас под рукой. Не на... Вот у меня даже, видите, есть такая коробочка специальная, которую я заклеиваю скотчем и могу с собой взять. Не надо с собой таскать вот эти большие пастелевые коробки, да, там, и все ими рисовать. И никогда не забывайте про влажные салфетки, потому что любой такой инструмент мягкий, он пачкает руку. Да, да даже карандаш пачкает руку, можно вытереть. И вот у вас листок бумаги, у вас может быть блокнот, у вас может быть тетрадка. Вы все помните, как мы на тетрадках, на полях рисовали. Да даже у вас вообще ничего, кроме ручки, нет. Вы тоже можете ручкой рисовать. Ну что, давайте сейчас немножко покажу по поводу вообще живой линии. Да, о чем я вообще всегда а, ратую и а, говорю: да, что же такое живая линия. В принципе, можно просто потренироваться. Ну вот давайте на деревьях мы потренируемся. Просто смотрите, это нажатие, это сила нажатия. И вот вы, например,. И вот разный материал будет давать свой, свою историю. И вот вы, например, нажимаете сначала мягко, да, потом сильно. Потом я сильно могу нажать с одного конца, а с другого конца мягко, и на нет увести. Где-то я уже его, например, вот я уже вижу, что где-то у меня получилась тень, где-то я ее, например, усилю да, нажатием чувствуете. Никогда не забываю, что у меня внизу больше. Наверху меньше, да? да? потом я, смотрите, что еще интересно сделаю. Чувствуете сильное нажатие? Я возьму и нарисую ветку. Всегда да нет? Угу, есть. И если у меня сильное нажатие и сверху приложено, чувствуете, у меня сразу мне не надо делать цветотень самостоятельно, еще что-то делать. Оно у меня сразу получается. Если я рисую, чувствуете? сбоку и нажатием одинаковым и соответственно получается тон одинаковый и чувствуете у меня ветка получается как будто сбоку, да? а не спереди. А если я нарисую ветку с легким нажатием и светлее, светлее, чем у меня был, например, ствол нарисован, то у меня ветка как будто бы сзади. И чувствуете, у меня уже дерево получилось, получилось дало объем. Уголек. Это прекрасный инструмент. Да? Им вот можно делать красивые линии. И вот еще, еще немножечко, еще скоро, и у вас уже получится лес. Да? Все. И этот. Все, здесь усилила. Да, тень у меня, естественно, уже пойдет. Она уже задана. Она уже пойдет у меня с одной историей. Угу. Без проблем могу сделать какой-то рельеф дерева. Да? Сделаю. Если вы возьмете, например, пастель. Ну вот, например, давайте типа сангины возьмем. Это другая тема. Пастель бывает сухая, бывает масляная. И вы видите, мы опять же начинаем привыкать к разным инструментам. Если мы рисуем ребром. Плоскостью у вас получается такая а, проникающая, заполняющая история, где вы регулируете это все силой нажатия. Чувствуете? Ушла, ушло дерево. Да? Наверх, наверх, на нет. Внизу толстое, хорошее, все это ствол. Да? вот помните, вот там такая такой красивый сук, который развесился, да? Есть. Ой, а вот здесь такая вот тоже красивая такая тема неровная получилась. Вот а, на самом деле вот эта вся живость природы это ну, ну вы видите это что-то просто на одном дереве можно зависнуть на день его поизучать, как он как он выглядит, как у него вот идет вот эта структура. На, 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 на курсе, например, рисование каждый день у нас вообще есть задание, где мы даем а, такую а, человечность, а, характер деревьям. И у нас сразу тоже получаются разные линии и разная тема а, передачи этого объекта. Без проблем. Если у вас только перед собой карандаш, карандаш все то же самое. Он такой же. А, я могу сделать, а, например, а, тоже взять плоскость и, а, например, делать... Очень-очень нежное нажатие. То же самое в цвете. Помните: от светлого к темному. Затемнить мы всегда успеем, осветлить а нет. И вот здесь все то же самое. Я сначала легким-легким нажатием. И вы, наверное, поняли, почему я говорю: да? вот когда мы пишем, у нас одно всегда нажатие. У вас всегда рука, вот она привыкает к одному нажатию. Здесь вам ее придется отпускать и делать ее разной. И, между прочим, это будет прекрасная практика не только руки, а для голоса. Он тоже будет разный. Да? И вы будете уже тоже разная. И вот да, сделаю я, например, опа. Опа. Да? Какой-то такой вот интересную, интересный выход. Здорово. Есть. Так. Если я захочу где-то уплотнить, без проблем, я здесь просто начну вот так вот посильнее нажимать. Да? Утемнить я всегда смогу. И это что, супер, классно? Здесь здорово. Сделали. Если я прям вообще буду ребром делать, да, чувствуете? У меня прям получается очень-очень жесткая тема, классная. Прям такая прям яркая-яркая. Вы видите, я тремя разными материалами нарисовала а, живые темы. Да, мне будет тяжело жестким материалом, фломастером, ручкой нарисовать а, а, какую-то а, ну, а, живую линию. Но сейчас я, кстати, тоже покажу, как и для них, в принципе, это тоже все можно. Именно нажатием, да, на это э, э, делать. Угу. То же самое, да, вот э, опять чувствуете, хочу нарисовать лес. Я буду слабо-слабо нажимать, и у меня будет вот это вот, как бы такая вот, получаться дальняя перспектива. И уже все, видите, оно начинает оживать. Угу, угу. Давайте здесь добавлю такую графику где-то могу даже растушевать все дело в нажатии ну естественно и отпускание на нет да? когда вы вот это вот отпускаете да? когда вы отпускаете чувствуете вы у вас получается линия линия очень очень тоненькая очень приятная и нежная угу. Так, есть, класс. Все так же, все учится и все, все возможно сделать. Можно прям реально делать прям а, природу, можно фантазировать, а, ну все в ваших руках. Если у вас более графичный материал, ну типа ручки или типа фломастера? Давайте, в принципе, все равно, да, какая у вас ручка черная или синяя, ну, просто черная более привычно. Давайте сделаем, например, более. Получается более такой графичный рисунок, но также графикой можно также делать разные, разную историю светопередачи. Ну вот, например, у меня колосок, да, или вот прикольная такая трава, похожая на колокольчик. Вот я начну ее рисовать. Да? Сделаю там направление, так, крепится. Как идет, интересно. Вот эти вот соцветия, сухоцветы. Угу. Я в графичных материалах я это добиваюсь с помощью штриховки. То есть штриховку я сначала даю нежно, а потом, видите, я ее начну делать все более-более нагнетать на одном месте. Если вы видели тоже работы, иногда это делают точками, такой пуантелизм, да, получается. И тоже получается очень красиво и очень изящно. Угу. Елена пишет, мистика, <laughs> дерево два движения. Ну вот, вот эти все мягкие материалы, типа угля и пастели, они этим, этим прям прекрасны. Угу. Тоже, да, поизучали объект, нарисовали, сделали. Как у него красиво идет вот эти вот переломывание травки, да? Когда она ломается. Подчеркну, где, она, пере, пере, где тема излома, я подчеркну тенью. И все, сделала. Колосок. Вот мы, кстати, очень часто рисуем колоски, особенно в одуванчиках. Ну, потому что да, идет история травы, поля и тоже как-то заполнить тему одуванчиков. Это тоже здорово. И вот здорово же его поизучать, этот колосок. Да? Как он идет, как у него вот это вот, вот эти вот грани крепятся. Через один ли? Да? А, объемно ли? В принципе, он же не так лесенка да, посчитали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он же, в принципе, и вот здесь может быть, да, и наперед может быть. Как я это подчеркну? А я опять это подчеркну а... штриховкой. Ну, кстати, давайте я сейчас действительно побольше немножечко сделаю. Да? Сейчас я вот такое сделаю. Ручку уберу. Просто ее долго рисовать, но все то же самое. Ну вот, например. Вот он колосок. Давайте я его побольше сделаю. Кстати, карандаши я люблю мягкие. Потому что на мягкий карандаш можно и плотно на нажать, и... А Получится жирная линия и мягко нажать. Получится мягкая линия, яркая. А вот, например, на твердость, сколько бы ты ни нажимала, она ярче не будет. И даже может некрасиво поранить и бумагу, и, уж тем более шелк. Да? Поэтому очень удобная тема вот таких вот мягких карандашей. Они, видите, у меня прям стачиваются. И вот начинаю тоже рисовать и подчеркивать каждую, каждое зернышко тенью. Тень, ну так как мы здесь тоже все давали. Вообще тема света тени дает вам живой рисунок. Не будет света тени, вот этих вот прорисовок, да, тенюшечки. Будет у вас достаточно сухой рисунок. Ну, кстати, он тоже может быть очень интересен вот этот линейный рисунок, например, нарисованным фломастером. Ну, давайте мы не забываем, тем более сейчас очень популярная техника каллиграфии, да, которая тоже уже стала а, достаточно таким самостоятельным самодостаточным искусством. И там а, сделаны же только ну, путем графики, да, достигнуты какие-то красивые работы. Да, Колосок сделал. Нему травинку сделала, которая такая сухая, да, изогнутая. Вот, а у нас сейчас в Москве, так, опять новости, да, в Москве проходит выставка Мосбилда. И кто, кто не знает, там просто тоже очень интересные стенды по поводу украшения интерьера. И там, вот, кстати, сейчас очень популярная история, это растительного орнамента, растительных принтов на обоях, на тканях. И там вот эти вот метелки, которые а, такие в разные стороны. Вот просто даже их, если прессовать, и много. Вот, кстати, вот метелки ручкой вообще элементарно сделать. И ведь вы заметите, что метелки тоже не идут как веник в, две, в два разных стороны или лестницы. Они же тоже будут идти в разные стороны, они будут идти в разные направления. Как? Это нам важно. Помните, да? Вот когда кто-то рисует и начинает из елочки делать <смех> лесенку, <смех> есть у нас такие работы тоже. <laughs> а, да. Или вот когда мы рисуем, например, тему тропических листьев, и тоже, да, нарисует тропический лист. И начинают выстраивать, да, так, раз, 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 раз. И а, нет, нет, все это такое. А вот еще и такие классные цветочки, у них на кончиках а, такие вот а, а, шарики, да, тоже же можно и это порисовать, и это посмотреть. Вот идете, смотрите, пожухлый лист – это вообще тема когда вот э, лист весь искусанный, весь такой э, драный, весь э, черный, я не знаю, весь избитый такой <laughs> лежит, э, но э, понятно, что он преет и тоже дает э, на самом деле жизнь э, тому, да, то, что э, там пре, 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 преющая земля, но э, он прекрасен еще, его можно же еще успеть зарисовать, пока он еще не совсем разложился и не превратился в почву. Ой, прям вот, вот эти вот все изогнутые вещи, вот как вот эти изогнутые ветки, да, которые вот видны вот просто вот на, на деревье. Но вы опять не забываете, что у дерева всегда есть толстое, да, а потом все и уходит на тоненькое, тоненькое, тоненькое. И все эти тоненькие они должны быть реально тоненькими и вот это вот, вот это вот отпускание отпускание даже иногда с закрытыми глазами отпускание вот этой веточки вот этот нажим будет тренировать вам вот ваш нажим да? опять да вот порисовать ну все, это я сейчас так тоже могу и, и зависнуть надолго. А я знаю, да, что человек может смотреть долго на на то, как люди рисуют, <свят> на то, как вода, да, и как она и на огонь. Угу. Рас, да, Дарья правильно пишет, растение благодатная тема для рисования Деревья, В деревья я уже просто влюблена, да, вот обожаю их рисовать. Это действительно, это то, что то, что растет то, что нас окружает, вот денно и ношно, да, то, что вот вы можете смотреть. Но, кстати, вот если даже мы с вами будем говорить в жарких странах, да, там нету истории вот этой а, богатства весны, да, вот времен года и вот этой а, богатства графичности, но давай, там есть прекрасные деревья, например, оливки, пальмы, но там вообще, в принципе, деревья лысые, потому что там мало, например, воды, и у них не такая богатая крона. И вот можно тоже это все очень сильно поизучать. Я помню, мы были, когда в Черногории, попали в экотропу, гуляли долго по оливковому лесу. И это... Каждое дерево уникально. А вот сейчас скоро наступит период сирени мы кстати, тоже порисуем, <laughs> тоже будет у нас занятие а, весной. А, вот наступит май, наступит а, сиреневый сад, а я живу недалеко от сиреневого сада, и вот сирень – это такой, ну это же кустарное дерево, а, так же как и олива, да? И это что-то невероятное, это тоже такие переломы, там вот кора и она так закручивается, так перекручивается между собой. Вот даже только это рисовать, это уже здорово и интересно. И именно вот, опять же, терапевтично. Это опять же мы с вами все говорим о том, где нам набраться, там где взять идеи, да? а как наработать вот эту всю тему. Да вот так, вот так. Просто сидеть и рисовать. Конечно, чуть-чуть хорошо бы разбираться, что зачем да почему. Но вот я уже сказала, да, вы уже знаете, как устроено дерево, что у нее толстый ствол внизу, идет на нет, наверх. То, что это все заканчивается тонкими линиями, да, даже и ствол заканчивается тонкими линиями, да, или вот такой вот как бы а, кроной, которая раз, а, как пальцы, да, так раз а, раскрылась. Поэтому здесь а, ну, только делать то, что творить, рисовать, неважно, зима это, весна, весна это, зима, пожалуйста, зима это все сухоцветы. А сухоцветы это тоже классная история, чтобы это все порисовать и а, посмотреть. И как, давайте я уже тоже вот, еще раз скажу, не бывает, а, как это сказать, бывает отговорки, да, бывают отговорки, что там не могу, там, или там времени не хватает, или а, а, там, не умею. А, нет. Вот бывает только то, что а, неправильно рассчитанное время. Или там а, чему-то, а, там, умение откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А, то, что, а, да, может быть, вы, например, не видите, а, не видите какой-то, ну что ли, а, да, здесь надо еще как-то немножечко проявить силу воли, сделать, да, и там рисовать, и, да, не получается, да, там, например, ну, так же, как мы и ходить пробовали, там, не за один день, а много-много раз, да, вставали, падали. То же самое здесь, может быть, много раз придется выбросить рисунок, ну, я, например, тоже, да, вот, э, э, что-то не получается, просто беру, и, там, или выбрасываю, или там переделываю, что сверху рисую и а, так далее и тому подобное. То есть главное просто делать. Начать никогда не поздно. Начать с любого уровня никогда не поздно. Просто надо идти. Идти к своей. Как это? Идти к своей мечте. Как в красивых: иди к своей мечте. А, из Рапунцель, точно. Недавно этот мультик смотрела. Ну... А теперь давайте, смотрите, ответил на вопросы, порисовали. Теперь я сейчас приду в школу. В школе у нас я покажу как раз, собственно, о каких курсах я говорила. Ну и, соответственно, я расскажу вам о специальном, просто беспрецедентном таком весеннем предложении. Который, ну, весна, да, вот весна это просто торопиться надо, застать это время, чтобы рисовать, рисовать, рисовать. И вот о таком прекрасном весеннем предложении я расскажу вам, собственно, в прогулках по школе современного батика. Придем в нашу школу. Очень простое название нашей школы, да, Batik School, это школа Батика. И что вам открывается? Открывается вам главная страница, на которой вы, соответственно, все видите. Главное, это вот, это по большому счету пульт, да, на все-все-все техники. А наверху, да, тоже у вас есть онлайн-обучение, обучение в Москве в мастерской. Я нахожусь просто здесь в Москве. Естественно, я выезжаю в разные города. У меня много таких тоже и практик есть, где я могу выехать и провести курс или мастер-классы. Ну как как чего, да? Там, насколько? И естественно у нас есть здесь материалы. Материалы здесь это те, которые я пользуюсь сама, доверяю, ну, уже проверено мною учениками. Как я уже сказала, да, не это не стопроцентные материалы все по батику, это вот то, что э, я могу вам говорить и сказать, что это да, действительно хорошо и классно. А, блог, где тоже много-много статей есть разных классных. Ну в школе опять много лет, а потом вы видите то, что я вообще в принципе щедрая на на рассказы, на ä, информацию, на вообще как бы на тему обратной связи мне кстати понравился вот по поводу хетерских тоже да вот таких клубов мне понравилась одна один отзыв Надежда спасибо вам за вашу деликатную всегда деликатную но всегда глубокую обратную связь вот это кстати деликатную но справедливую обратную связь вот кстати хороший за отзыв и uh, мне очень тоже вот прям импонирует. Uh, действительно, художника обидеть может каждый. А uh, тема того, то, что вот если вы только начали, то какая разница, когда вы начали? Да хоть в 70 лет, да? Какая разница? Вы уже на прекрасной теме. Вот только и делать, что творить. Это вот, собственно, вот вы пришли. Вот вы пришли с нуля. Куда вам идти? Идите в Батик Старт. Да, а если сюда, то идите в 4 техники. Ну, кстати, я, конечно, говорю, да, там только-только начали, но вы поймите, что а, я, я помню, у нас несколько случаев такие были в онлайне, где девочки учились сначала на основных курсах, а потом поняли, что они хотят забить такую, ну, набить руку и получить еще больше практики именно основы материаловедения, и они пришли уже даже с подготовленной на батик старт и много открывали и для себя тоже. Поэтому вот Батик uh, Старт рекомендую, потому что это реально знакомство со всеми техниками основными да, в uh, Батике. Это, ну и вы помните мою картинку с презентацией, это вот, собственно, рисунки с курса, uh, где у нас и платки большие в горячем Батике. Uh, здесь вы можете все полистать, посмотреть, какие работы делают uh, ученики и студенты. Это свободная роспись, мы рисуем по акварельному грунту. И это уже можете начать свой, свой маленький бизнес и делать чудо окрашиваемые шарфы шибари. Но для этого у нас есть еще прям отдельный большой курс, где идет экспериментальное закрепление, где много техник, об этом тоже расскажу. Естественно, уже есть и следующий, более продвинутая история в Батик Старте. А, программа премиум. Там еще есть дополнительные истории и в горячем батике, и в холодном батике. Такие усложненные темы. И, и порисовать, и на одежде можно. Ну и для вид программы это вообще беспрецедентный огромный шарф. Метр сорок на метр сорок. И как его сделать без подрамника? Вуаля, это сюда. И вот, пожалуйста, да, тут есть э, э, к, вот Елена задавала вопрос: я уже сказала, что у нас на каждом курсе, даже на самом начальном, где вроде бы есть рисунки, да, подготовленные, и где в принципе можно идти только вот за мной, что я делаю, но уже здесь я даю э, э, мастер-классы по тренируем навыки в графике. Про цветоведики, да, и поиск своего цвета, как их смешивать. То есть здесь уже а, есть такая тема, да, вот как подшивать, а, как собирать подушку. А просто я уже сказала о том, что у нас уже изначально, ну, вообще тема батика, а, мне кажется, это вообще тема соединения красоты и практичности. И а, у нас уже сразу вы можете сделать реально классные подарки и а, изделия, и уже их или самой носить, или подарить. То есть это действительно уже хорошие вещи. Поэтому есть мастер-классы, как, например, оформить подушку из пано, да, что вы сделали, как подшить платок. Поэтому здесь все, все это есть. И вот наш специальный набор материалов. Я уже вам его сказала, что его хватит вам на весь курс с головой. Это точно. Там и есть и резервы, которые точно, точно вам ходят тоже на несколько платков и красители. Вот по отзывам я вам рассказываю, насколько их хватает. Угу. Есть. Здесь смотрите, изучайте, много чего интересного. Но естественно почитайте отзывы и ä, посмотрите наши ä, всевозможные фотографии учеников. Это вот. Это очень важно смотреть на то, как ученики рисуют. Ну, потому что я, ну понятно, да, я могу, ну я давно уже тоже рисую и уже знаю тоже разные техничности, я могу как-то приукрасить, но вы мне не дадите это приукрасить. Вы, собственно, вот ваша правда, то есть правда в ваших работах, то, что вы делаете, правда в ваших отзывах, это вы же делаете, вы говорите. Поэтому здесь, наверное, самое главное в этой теме и есть. А, идете дальше. А, есть Батик-Мастер. Это соединение всех основных курсов. Основные курсы, основные техники, это уже ну, очень большие, но ну, давайте вот даже в горячий Батик просто зайдем, в один из курсов. Это э, уже большие курсы на несколько месяцев, где мы изучаем не только Батик, но еще и художественные навыки. Еще мы изучаем композицию, еще мы изучаем с вами там, вариации в, этом, в этих техниках и, естественно, мы говорим с вами о м, авторских работах. То есть здесь уже у каждого получится да, там свои одуванчики, свои цветочные натюрморты. Поливки, вытравки и тому подобные и так далее техники. И что интересно, разные люди тоже подходят по-разному. Кто-то делает это, вот опять, да, как я уже сказала, начать по себестоимости да, занятий батиком можете по-разному. Кто-то делает на небольших фрагментах, да, то, что есть, кто-то делает из любого. Из любой техники там и поливка, и там у меня и воска есть, и мы придумываем всевозможную историю со штампами. Кто-то из каждой делает свое изделие. То есть здесь, вот опять, ну, вы видите все сами. Прекрасные тоже работы изделия. И, в общем, только, только дерзать и только в путь. Да. С вот этих вот э, онлайн курсов по основным техникам у нас делятся на основные техники которые собственно вы также до да, изучаете в батик старте знакомитесь это холодный батик рисование с помощью резерва горячий батик рисование с помощью воска свободная роспись у и свободной росписи там очень много возможностей потому что э, из-за ну, тоже я да проговорилась о том, что э, тема материалов, вспомогательных материалов, она тоже очень интересная и вот, э, например, э, пока европейские материалы сюда не стали привозить, я вот, например, не знала таких возможностей, а вот стали приводить, ну они есть у нас в магазине. Я стала рассказывать и показывать, да, как можно рисовать по э, ботаническую иллюстрацию по профессиональному грунту, как можно использовать загустители в красками и вот рисовать вот это ощущение кисточкой, вот как вот вы рисуете, как будто мазками. Классно! Классно! Вот такие вот у нас тоже интересные классные работы получаются. Уже все, да, готовы. Вот этот импрессионизм она, вот, в принципе, да, с чего и началась за темой импрессионизма. С этой работы я подарила к искусствоведу, который у нас читает лекцию в этой, на этом курсе. Много-много-много всего интересного тоже походите, посмотрите, почитайте. Ну, отзывы. <laughs> стакан воды. Это моя мечта, <laughs> пишет Елена. <laughs> да, это как это, да? Детей мы там, да? То, что, стоп, стакан воды нам принесли. Мы его нарисуем. Из-за того, что мы рисуем, мы не будем стареть. Мы будем всегда молоды, любопытные живым и сами себе можем налить стакан воды, хоть пусть он будет даже и нарисованный. Шучу, конечно, дети это тоже прекрасно. Тут, да, тут даже сравнивать нельзя. В принципе, тема самореализации это вот все. <сёк> Специальный, вот, вот даже не представляете, какая гордость, когда, например, мои дети, да, вот Карина, Руслан одевают вещи, нарисованные мной. И еще классно, ну, так Карина уже десятиклассница, там они уже все на чиле, <laughs> на таком, они, они же замечают все это, а тем более кастомизация, в принципе, сейчас очень модная. И вот она мне там одевает свитер, например, расписанный мной, и там, о, это твоя мама нарисовала? О, круто, круто. А еще тоже приятно, там, например, день рождения учителя, она такая говорит, ну, мама, а у тебя нету какого-нибудь подарка уже в... Готового шарфика. Девочкам всегда нравятся шарфики. Говорю вам, шарфиков много не бывает. А специальные да, курсы и программы. А, ну, тут просто вот, кстати, да, вот как э, я и говорила, то, с чего можно начать. Можно начать с батик-старта. Вот прям вот совсем вот вы пришли нулевочки, и вам уже сейчас хочется делать профессиональные работы и, я не знаю, действительно выходить уже как ремесленник на ярмарке, ну, например, да? или сделать уже завтра, уже завтра сделать, например, вот такой вот снуд или такой большой шелковый шарф, да, или шелковый снуд. Вот, заходите сюда тоже. Вся тема шибари, это, наверное, больше из разряда ремесла, да, вот такого практичного использования шелка и красок, да, как это все сделать и получить крутые изделия сразу, вот это прям сразу могу ответить. Вот здесь э, тоже большая программа и разные возможности. Дело в том, что э, в Шибаре, э, ну так как тема да э, с, э, сложи и окрась, вот эта вот вариативность сложи и окрась, как цвета легли, как они затекли, вот любование, кстати, вот цвета мишением, в шиборе и тайдае это просто, это вот э, любовь, которая Похожие на сон, но в яве а, явилась вам. И как я уже сказала, без разницы шелковые шарфы сейчас прекрасны и летом, и зимой. Вообще нету временных для них ограничений. Носите, получайте удовольствие, да, вот от них. Угу. Тоже есть здесь и сейчас. Мы даже назвали этот эту программу «Начни свой бизнес в Батике уже сейчас». Вот, то есть уже тоже есть и в принципе даже есть а, набор а, изначальный для и подшитых шарфов и красители для вот того чтобы создавать и не бегать по магазинам не искать то есть все смотрите и и думайте да с чего начать с чего порисовать ой ну вот здесь я про этот много курс говорила это онлайн-курс рисования для рукодельниц. Открою вам секрет, он у меня не сразу появился. Дело в том, что ну, я такая думала, Батик, вот я буду только про Батик говорить, вот у меня школа Батика. И только через несколько лет обратная связь учеников мне и сказала: Надежда, ну вот хочется дальше двигаться, но понимаем, что какой-то потолок мы какого-то достигли. Без рисования, без уже. Ну, росписи руки, да, вот навыка руки, нам уже тяжело дальше двигаться. Такая-такая я такая, подумала и придумала этот курс. Этот курс, он, он огромный. Он начинается с графики. Вот самого простого, ну, кстати, самого вроде бы простого, но не сразу у всех получающегося, это вот отпускать руку. Отпускать руку и рисовать просто графикой. Цветом мы купаемся. Мы, естественно, ими тоже очень много говорим. Но цвет лучше накладывать на то, когда вы уже немножко с рисунком почувствовали силу. И вот вы здесь много-много в графике с разными вариантами делаете. Потом мы поработаем их с графикой, ну, вроде бы уже цвет добавляем, цветные карандаши. А, очень, а, потом мы переходим на акварель. Я здесь, по большому счету, не даю никакие другие материалы, потому что ну нам же все равно ближе к батику надо. А батик это водные краски, и акварель это водная краска. Поэтому здесь вот очень все близко и переплетается. А, то же самое можно также по-разному относиться. Можно делать небольшие, да, там, на пятом формате. А некоторые у меня есть прям сразу переходили на холсты на большие форматы, но правда. Любая работа ⁇ это картина. Ее можно оформить и также подарить. И также украсить свой дом. А, и, да, у меня Ольга писала, что она небольшой бизнес сделала, то есть <толкно> продала практически все работы с этого курса. Ну, опять, это уже другой талант, другой <толкно> талант продавца. Да, всевозможные тоже а результаты, а как девочки делятся. Ну, два месяца он действительно идет, он большой вся вот действительно вся 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 все 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 уроки это действительно какая-то техника и уже картин то есть вы видите в общем действительно ничего невозможного нет да можно начать сразу с нуля и практиковаться и делать прикольные классные вещи уже самостоятельно и а, вообще ну и самые терпеливые есть у нас самые терпеливые кто у нас досидел, досидел до конца вебинара, ну вы видите, я старалась вас и по-разному там, и менять и фотографии, и, и менять тембр голоса, и делать разные занятия, и рисовали, и смотрели. Ну вот самым терпеливым я рассказываю про специальное вот такое вот наше весеннее предложение для того, чтобы накрутить прям наработать художественных навыков для того, чтобы насмотреться на эту прекрасную весну. Вот уже сейчас сразу рисовать эти, зим... эти весенние деревья. Да, вот это «Я!» пишет Майя. «Я!» Кристина. Здорово. Так, Ой, все, все, пошли, пошли, пошли. Все, здорово. То я думаю, так, мы как бы маленькая команда, но в тельняшках досидели, да, но смелое. И вот а, уникальное предложение на весь Курс рисования для рукодельниц. Он сейчас идет в подарок при покупке любого основного курса. Любого основного курса. Это горячий батик, свободная роспись. Ну, потому что для этих курсов архи, не архиважно, но важно уметь рисовать. И вот сюда, собственно, я и а, а, включила, а, почему именно в эти курсы. А, магия Шибари, потому что у нас там есть соединение, там как раз есть и зимний лес, и тропический лес, да? тропическое лето. И холодный батик. Ну, тут, в принципе, да, созданием <связывая> Ура! Пошли я! <связывая> <связывая> Класс! И Батик мастер. Батик мастер это соединение всех основных техник и даже больше, да. А роспись одежды со смыслом там очень много мастер-классов. И то же самое: кто рисовал одежду, тот тоже знает, что да, можно и с нуля прийти и, и, и рисовать, технично выполнять. Но есть, ну, есть все равно такая вот, когда вы да, с нуля приходите, у вас все равно немножко зажатость. Когда вы начинаете больше практиковаться, у вас появляется легкость. И легкость не только срисовать, а легкость нарисовать и своем. Я всегда ратую за то, да даже в батик старте я уже ратую за то, что а, у вас все равно всегда а, получается свои работы. Чистую копию, а, мы по чистым копиям тоже учимся, да, тоже я это тоже применяю, потому что это тоже важно почувствовать как художник, да, думать. Великие художники про это думали и рисовали. И передать мы тоже на этом учимся. Но вот именно чтобы создавать такие вот ну, там свои уникальные вещи. Ну, вы помните, я вам показывала и выставку в декоративном прикладном музее, там уже без вашего личного участия не обойдется. И вот здесь вы можете прокачать свой навык художественный, а вот прям как э, художник и, собственно, да, делать свои уникальные работы. А, понимаю, что это такое, такое, такое быстрое решение, и, может быть, о, сейчас такая возникнет паника, и вы, например, растеряетесь и не знаете, что сделать, но вот не переживайте, у вас есть время на подумать, вы можете просто зарезервировать а, вот эту о, акцию да, а, и выбрать курс уже попозже на котором вы будете а, участвовать и проходить, угу. поэтому без проблем можете а, воспользоваться этой кнопочкой и а, нажать, ну естественно и приходить учиться. Главное, главное идеального времени нет, есть время вот здесь и сейчас, на которое можно уже вот все ну, начать рисовать уже и создавать классные классные вещи. А, неважно в какую тему для ремесла это у вас будет, для хобби, для продажи, для самореализации, для самоутверждения, для, для, для какого-то там роста. Вот вы поймите, вы все равно, угу, все это есть, давайте я перейду уже на лицо. И уже да, такие важные такие фразы вам скажу в завершении. Что спасибо обязательно, спасибо, конечно, что вы были со мной. Я чувствую ваше тепло, которое передается через расстояние. Помните, эти две руки с этим энергообменом. Это все есть, это все существует. Да вообще сейчас тема Вселенной вообще, в принципе, отвечает быстро. Помните лампочку? Только зажечь. Только появилась идея. И как-то бац, и оно все реализовывается. Вот а, а, как это, да, вот Елегин платок, а Наташин платок. Тоже а, мы рисовали два целых дня мимозу. Уже, уже такие говорим, мой нам бы еще третий день не хватало на мимоз. но опять сделали, задумали, сотворили. Осталось вот мне, мне их еще подшить и уже отдать... Скоро, скоро, девочка, заберете свои изделия, не переживайте. Сейчас я покрасуется. Прям мечтал я о мимозе. Вот все то, что вот опять есть идея, есть реализация. И вот в батике, наверное, это очень быстро происходит, потому что, как я уже сказала, на любом курсе, на любое изучение техники у вас уже получаются изделия. Вот задумал, порисовал изделия. То есть вот это вот от желания до темы. Ну, проходит, ну, всего лишь ничего, да, там от, от, от дня до несколько недель, до, ну, да, может быть, и нескольких лет. Но в принципе, вот я сколько уже рисую, и в принципе, я не считаю, что у меня достал, достигнут какой-то потолок, и там никуда дальше расти, и, собственно, там почивать только на вот и все, там, все, я все умею, да, там и, и все. Да, нет! Вот она история того, что никогда не поздно, всегда возможно, просто надо делать. Да, спасибо вам огромное большое. Спасибо большое за позитив, за ваш тоже позитив, и за мой позитив. Дарья пишет, Надежда, ваш подход к обучению нас залог. Ой, Даша, мне недавно рассказала тоже моя ученица, как она вас встретила недавно на выставке. Прям... Вот когда вы в Москве, вот прям, вот чтобы чтобы вот прям сообщали мне, потому что здорово же пересекаться, я бы подъехала, может, и на выставку, может, мы где-нибудь пересеклись кофе, а может быть, вы зашли бы в мастерскую. Вот. Итак, кто в Москве проездом? Или что-то, мне обязательно сообщаем и обязательно встречаемся. Потому что даже вот у меня и девочки, которые в Москве проездом, там на несколько дней приехала на выставку, но все равно нашла один день, чтобы приехать и нарисовать одуванчики. Ура! Вере, да? И зарядиться творчеством. Я вот смотрю, я у нее не подписана ВКонтакте, она, собственно, мне и писала о том, что немножко нужен пендель, да, чтобы так впуститься волшебный. А, за, за, заряжаться, зарядиться на творчеством, и что-то как-то так тепло, и с изделием уехала, и какая-то заряженная, и смотрю, что она уже даже выставку привела свою. Ну, вот прям здорово, прекрасно. Как это все случилось, да? Благодаря мне, не благ... да вообще даже не в этом тема. А вот это просто э, все происходит тогда, когда нужно. Все происходит тогда, когда правильно. Значит, все это было нужно. То, что мы с вами встретились, тоже было нужно. Ой, в следующий раз, да, все, ловлю на слове. А, обязательно, Даша. Спасибо большое. Как всегда, прекрасно. А, ловлю себя на мысли, что соскучилась по вашим вебинарам. Ну, и будет, я тоже очень-очень вас люблю. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо, что мы есть друг у друга, и что у нас есть такой прекрасный вид творчества, как рисование на ткани и на шелке, где практика сочетается с красотой. Ну, и до новых встреч в школе. Обязательно в школе я даже не рассказала, не успела рассказать, что, конечно, в занятиях мастерских, в мастерской тоже все есть. И у нас уже вот 2 апреля. Стартует курс «4 техники». А, в принципе, если кто-то вот прям готов скачать, у нас собралась группа. Ну, если что, там еще для одного человечка мы найдем место, в нашу теплую компанию примем. Так что, если кто готов в Москве и думает о батике, вот прям присоединяйтесь. То, что в апреле мы рисуем вот этот вот волшебный-волшебный лес, где, помните, вот эти зеленые красивые деревья, напитанные цветущим лугом. В общем, обязательно а, посмотрите и это расписание, и а, что вам подходит, на то и присоединяйтесь. Буду ждать на встрече в онлайн-школе и в мастерской. До встречи. Всем хорошего вечера.